Всем привет! Сегодня в видео более детально рассмотрим утилиту восстановления Chromebook. Утилита восстановления Chromebook – это инструмент для создания носителей для восстановления Chromebook и установки Chrome OS и Chrome OS Flex. Но если вы часто записываете флешки с разными системами, загрузчиками или программами, и это не обязательно Chrome OS Flex или Chrome OS, то данная утилита поможет вам в большинстве случаев без проблем очистить наш накопитель. Давайте я на примере покажу, как это работает. После того, как вы установили операционную систему или программу и видите только часть вашего накопителя, а вторая часть вашей флешки является нераспределенной, и вы хотите вернуть все в первоначальное состояние, чтобы вся память была видна и в одном томе. Давайте на примере рассматривать, как это сделать. Для начала переходим в Chrome, дополнительные инструменты, расширения. Открываем магазин Chrome. И в поисковой строке вбиваем «Утилита восстановления Chromebook». Устанавливаем данное расширение. Нажимаем «Установить» и «Установить расширение». Включать синхронизацию не буду. Запускаем наше расширение. Сверну браузер, чтобы он нам не мешал. Нажимаем на шестеренку «Удалить данные с носителя для восстановления». Выбираем нашу флешку. Нажимаем «Продолжить» и «Очистить». Все данные с носителя удалены. Нажимаем «Ок». Нам осталось только отформатировать нашу флешку. Выбираем файловую систему и задаем метку тома. Я назову USB. И нажимаем «Начать». Форматирование завершено, и мы видим все пространство нашей флешки. Давайте посмотрим еще в настройках, и мы видим, что все пространство нашей флешки находится в одном томе. Давайте рассмотрим еще один пример. В данном случае флешка не видна в системе, на ней установлена операционная система Linux. Видим, что флешка разбита на 3 тома. Мы будем также использовать данный метод. Запускаем утилиту восстановления. Нажимаем на шестеренку «Удалить данные». Выбираем наш флеш-накопитель. Нажимаем «Продолжить» и «Очистить». Все данные удалены. Нажимаем «Ок». Система сразу предлагает отформатировать данную флешку. Давайте я пока закрою. Закрыть. Видим, что наш флеш-накопитель готов к работе. Он виден в системе, и нам осталось его только отформатировать. Нажимаем «Форматировать», выбираем файловую систему, вносим метку тома и нажимаем «Начать». Нажимаем «Ок». Форматирование завершено, и все пространство USB накопителя нам доступно для работы. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. До новых встреч!